Тоже попилить хочешь? Ну все могут по разику попилить. Пора Андрей, учиться. Андрей последний раз, когда рубил топором, это было вообще. Мы были на даче у Илюшкина Сергея. Я был тогда вычислен. А я была беременна. Последний, через 2 дня я родила. Так, рубану. Он так стоит. Я в деревне рос, я умею. Не, ну видно, видно, молодчик. Давайте покопай. Я пойду отнесу. Наверное, это... Поменять надо следующее. Нет, растоптать. Ее поломать попробую. Ой, мне кажется, она не сломается, Андрей. Нет, нет. Быстрее вон там дерево сломается. Да, еще надо. Сейчас пора. Она золотая. Туда, под корешок сейчас она. Ее бы повернуть, но мы повернуть не сможем. И порубил, да, и попилил, и все радости жизни. Да вы приедете спать даже. Все, устанет. Все, да, да. Да. Выплеснул. Ну, иногда это надо. Ножовку поплотнее вот она. Но он говорит, что она такая. Желание пилить не вызывает. Тут даже связь есть. В том году не было. Хорошо, прогресс идет. Положи, иди, Настя. Я тебя приподниму чуть-чуть. Вот сюда вот. Сюда вот, сюда? Да. Вот. Нет, чуть не ровно, ровно. Нет, чуть не ровно. Пускай стоит, все. Но он не стоит. Нормально. Он все пойдет. А дежурка пойдет. А, вон. Иди попили. Пойдешь пилить? Иди пили. Дерево попили. Иди дерево. Ладно, не ссы. Что, ты мне пилить дал? Нет, я его сейчас он упал. Иди будешь пилить, Жор. Это ну, хорошо. Ну давай, иди попили еще. Нет. Так. А если вот тут встать? Сейчас надо еще а сюда. А если вот тут, а ты вот там подымешь? Подложить бы что-нибудь. Уходи. Уходи голову. Сейчас пилу лучше, нет? Смотри. Там осталось-то, блин, да маленько. Да, там чуть-чуть. А мы вон тут можем отломать. Все. О, какой хороший, Жор, смотри.